Переходить дорогу нужно правильно. Именно об этом решили напомнить видовчанам сотрудники госавтоинспекции Ленинского района. Совместно с Центром детского творчества «Импульс» и общественной организацией «Красный крест» они провели акцию «Зебра», посвященную 80-летию ГАИ. Облачившись в костюмы популярных героев, участники акции помогали людям переходить дорогу. Для маленьких участников дорожного движения были приготовлены загадки. За правильные ответы ребята получали подарки. Мы сегодня будем переводить через дорогу детишек, мамочек, папочек, бабушек и дедушек. Также деткам будем загадывать загадки. Вот. Задавать каверзные вопросы. Но не просто так. За это они будут получать замечательные стикеры, которые пригодятся им во время перехода проезжей части в темное время суток. По статистике, по вине пешеходов происходит около 40% дорожно-транспортных происшествий. Половина из них с участием детей и подростков. 5 дорожно-транспортных происшествий у нас зарегистрировано за полугодие с участием детишек. И вот последнее дорожно-транспортное происшествие у нас произошло на территории Вегас, где маленький ребенок на парковочной стоянке попал под колеса автомобиля. Поэтому еще раз напоминаем нашим родителям, не оставляйте детей без присмотра. Самое большое внимание и ответственность на то, как ребенок переходит пешеходный переход, это, естественно, лежит на родителе. То есть независимо от того, какая интенсивность дороги или где находится пешеходный переход, родитель в первую очередь должен убедиться о безопасности перехода, остановиться, посмотреть налево-направо и к этому приучать своего ребенка с самого раннего детства. Правила дорожного движения юные жители изучают и в школе. Леша перешел уже в 6 класс. По городу передвигается на велосипеде. И хорошо запомнил, как себя вести на дорогах. Сначала надо посмотреть налево, потом направо. Потом дойти до середины, посмотреть налево и направо. И уже дойти до другого, до значения. Водителям акция пришлась по вкусу. С улыбкой они приветствовали участников мероприятия. Подобные акции призывают пешеходов и водителей к взаимоуважению на проезжей части, а в особенности на пешеходных переходах. Сейчас пешеходы стали более дисциплинированы, и поэтому у нас взаимопонимание с пешеходами. Ну, по крайней мере, у меня. Лето продолжается. Впереди у детей еще много свободного времени. Всегда можно пойти в гости к друг другу или еще куда-нибудь. И хочется надеяться, что они всегда будут внимательны, переходя дорогу. Людмила Медведева, Виктория Филатова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.